Они способны поразить любую цель на земном шаре. Их запускают с воздуха, с земли, с воды и даже из-под воды. При этом сами ракеты практически невозможно сбить. Вот уже 4 десятилетия эти ракеты стоят на страже демократии и поучаствовали почти во всех вооруженных конфликтах, где принимали участие Соединенные Штаты Америки. Начиная с войны в Персидском заливе, с войны в Затоке, ну и ранее он применялся, и в 70-е годы применялся. Ракеты, о которых хотя бы раз слышал любой человек, ведь без них не обходится ни один американский боевик. И ракеты, которых больше всего боятся в Кремле. Ведь это, пожалуй, лучшее из конвенционального оружия на сегодня. Так на что же способны пресловутые «томагавки»? Действительно ли Украина просит эти ракеты у США? Какие перспективы их передачи и что они могли бы уничтожить на российских позициях и в тылу? Обо всем об этом сегодня в «Арсенале». Их разработка началась более чем полвека назад. В 1972-м Департамент обороны США поставил задачу транспортировки ядерных зарядов без нарушения договора об ограничении стратегических вооружений. При этом носитель должен был запускаться с воздуха, с суши и с воды. Результатом стала разработка новой крылатой ракеты «Томагавк». Из множества разработок в 1976-м был выбран проект BGM-109 от компании General Dynamics. Ракета была разработана специально для полета на дозвуковой скорости и на малой высоте. К слову, именно на ней впервые была применена технология отслеживания рельефа местности с возможностью огибать неровности, что позволяет ей лететь на высоте не более 30 метров. «Томагавк» — это ракета средней дальности. Изначально она разрабатывалась во всех вариантах сразу. То есть она разрабатывалась воздушного базирования, морского базирования, причем морского и подводного, и надводного, и сухопутного базирования. Это и замедлило ее принятие на вооружение. Ведь ракета должна была подойти сразу всем — и флоту, и авиации, и сухопутным войскам. В итоге армии новый тип вооружения передали лишь спустя 10 лет после начала испытаний в 1983 году. Существует 9 разных типов томагавков. Версии «Блок-1» включали в себя ядерные боеголовки и противокорабельные варианты исполнения. В 1991 году, с концом холодной войны и развалом СССР, президент США Джордж Буш объявил, что ракеты перемещаются на хранение, а в 2010-м их направили на утилизацию в рамках политики разоружения. Та же судьба ожидала и модификацию наземного базирования BMG-109 и ТАСМ. Но те первые образцы томагавков послужили прототипом для сегодняшних американских ракет. К примеру, ТАСМ-С. Эта ракета широко использовалась во время операции «Буря в пустыне». По официальным данным, тогда было выпущено более 300 томагавков. Из них 85% поразили цели. Дальность пуска томагавка 2500 километров. Постоянно он применяется, особенно на Ближнем Востоке, начиная с войны в Персидском заливе, с войны в Затоке. Ну и ранее он применялся, и в 70-е годы применялся. Самым же современным томагавком на сегодняшний день является модификация «Блок-5». После запуска ее можно перенаправлять в полете по спутниковой связи на любую из 15 альтернативных целей. На ракетах модернизирован бортовой радар и средства связи, благодаря чему ее невозможно заглушить рэбом, и она способна поражать цели даже в отсутствии сигнала GPS. Ее стоимость оценивают в 1,5 миллиона долларов. Это, соответственно, и учитывается возможность радиоэлектронной борьбы, усиленной, соответственно, возможности противодействия радиоэлектронным помехам, плюс усовершенствована боевая часть,
Кстати, боевая часть порядка 260 килограмм, серьезное оружие. Ну и, соответственно, еще раз подчеркиваю, совершенствованы тактико-технические характеристики. Это дальность полета и главное – радиус поражения цели. Главными плюсами томагавков эксперты называют их небольшую высоту полета, высокую точность и то, что ракеты не подпадают под договор о стратегическом вооружении. Также ракету довольно легко разворачивать на даже не специализированных кораблях. Томагавки, благодаря схеме их размещения, на сегодняшний день охватывают весь земной шар и могут нанести удар по абсолютно любой цели. А благодаря своей точности способны бить, не создавая при этом зоны массового поражения, то есть фактически без вреда для гражданского населения. Все благодаря современной системе наведения DSMAC. Она оборудована так называемым машинным зрением, когда в память заложены трехмерные изображения местности и координаты цели. В ходе полета ракета все время фотографирует маршрут и сравнивает изображение с имеющейся картой. В результате на расстоянии в 2500 километров возможно отклонение не более 5 метров. Это оружие, которое постоянно совершенствовалось в ходе многочисленных войн, которые вели Соединенные Штаты Америки. За данное, с момента принятия на вооружение. В этом и есть их уникальность. То есть учитываются тактико-технические характеристики, изменения, соответственно, номенклатуры средств поражения противника и вносятся изменения непосредственно уже в модернизацию самой крылатой ракеты. Правда, есть у нее и недостатки. Основная масса таких ракет сегодня имеет лишь морское базирование. Ведь американцы действовали в рамках международных соглашений. Наивно поверив России и уничтожив наземные вариации томагавков, США проспали создание Москвой калибров. И сегодня активно пытаются вернуть старые наработки, адаптировав их под сегодняшние реалии. Сейчас в Соединенных Штатах идет ускоренная адаптация ракеты «Томагавк» к сухопутному базирование. То есть они делают под нее пусковую установку. Она контейнерного типа, эта ракета, поэтому я думаю, они довольно быстро сделают эту установку. Единственное, что надо на нее установить систему управления огнем и систему ввода координат в эту ракету. Однако, разместив томагавки на борту своих многочисленных военных кораблей, США получили и преимущество. Ведь информации о том, какие именно подлодки и корабли являются носителями этих ракет, нету. А уничтожить весь американский водный транспорт просто невозможно. Соответственно, куда наносить превентивный удар, ни один из врагов Вашингтона не знает. И напротив, прилететь от США может откуда угодно. В чем и уникальность данных пусковых установок и, соответственно, крылатых ракет, это, невозможность обнаружения пусковых установок. Учитывая все эти возможности, одним из пунктов плана победы президента Зеленского стал запрос именно на эти ракеты, пишут западные СМИ. Косвенно информацию подтвердил и сам украинский гарант, раскритиковав Запад за утечку информации. It was confidential information. Это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Следовательно, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального. Получит ли Украина такие ракеты, до сих пор остается неясно. Скептиков такой передачи хватает. Однако ряд аналитиков считает, что не все так безнадежно. Ведь реализовав модификацию наземных томагавков, их необходимо будет испытать, и желательно в боевых условиях. А лучшего варианта проверки, чем отправить их хоть и в небольшом количестве в Украину, на сегодняшний день просто нету. Понравилось видео? Тогда не забывай поставить ему лайк и подписаться на наш новый канал Арсенала. Ссылка в описании под видео.